Меня зовут Фируза Мирджумаева, и я веду проект «Ойлей Дьором» – «Моя семья». В каждой программе мы знакомим вас с семьями или с религиозными общинами. Ведь наверняка вам интересно знать, что рядом с вами проживают представители мировых религиозных конфессий. На этот раз нас пригласили в город Истаравшан. Как оказалось, там компактно и дружно проживают представители татарской общины и создают межнациональные семьи. Стоит отметить, что сегодня в Таджикистане проживает около 17 тысяч граждан Татарстана, а татаро-башкирский общественно-культурный центр «Дустлик» был создан в Душанбе в 1991 году, и сегодня он является основным организатором национально-культурной жизни татар в Республике Таджикистан. Центр имеет филиалы в городах Истаравшан, Исфара, Кургантюбе, Нуре, Турсулзаде и Ригар. Итак, давайте вместе с вами познакомимся с татарской общиной в городе Истаравшан. Добрый день, здравствуйте. Большое спасибо, Апай Зайнаб, что сегодня принимаете нас в городе Истаравшане, в вашем доме, и согласились нас познакомить с вашей общиной, с вашими подругами, с соотечественниками, с которыми вы бок о бок живете уже не первый год в этом городе и развиваете, и продвигаете культуру татар и русских. И делайте так, чтобы вот эта община, она не распадалась, держалась и жила дальше. Для начала я бы хотела, чтобы вы немного рассказали о себе, о том, как вы сами, как ваша семья попала, появилась в Истаравшане, и о том, вот как вы друг друга нашли, как вы раньше общались, и как вы создали ее потом. Расскажите, пожалуйста. Наши предки приехали сюда работать, бабушка и дедушка. У дедушки фамилия Фаткулов. А бабушка у нас нигде не работала, так как у нее много детей было, ну, четверо детишек. Вот. Потом приехала моя мама сюда. И они познакомились, поженились. Родилась я одна, единственная дочь. А родилась я здесь уже, меня они. Родилась я здесь, училась в школе Ленина. Закончила 11 классов. Ну, на работу поступила где-то в 15 лет. Да. Работая, я и училась. Заочно. Родители мои, ну, бабушка с дедушкой, конечно, давно их нету. Скажите, пожалуйста, вот в те времена жили ли еще вместе с вами, может быть, бок о бок, соседи, да, друзья, да, да. Именно татары, откуда они приезжали? Ну вот мы как-то в Советский Союз жили и не думали же ни о чем. Жили как бы очень хорошо. А потом, когда уже распался Союз, нам пришлось открыть вот эту татарскую диаспору. На тот период, расскажите, сколько оставалось представителей именно татарского народа в Истаравшане? 200 человек было. Сейчас, конечно, очень мало, потому что умирают люди, уезжают люди. Скажите, пожалуйста, а вот ваши соотечественники, да, члены вашей общины, в основном их история какая? Как они приезжали сюда, в Истаравшан? Ну, по-разному. Бывали просто по направлению, по работе, по направлению. А бывали просто сами приезжали. Знали, что в Таджикистане очень хорошо, в Ташкенте. Ну, в основном Ташкент знали, что Ташкент город хлебный, а потом уже далее и далее они, приезжая уже в Таджикистан, а в Таджикистане уже оседали все. Таджикистан им больше понравился. Расскажите, а как вот вы ассимилировались с местным сообществом, да, с коренными жителями Истаравшана?
Что вас объединяло? Ой, коренные у нас вообще... Это прелесть были люди. И сейчас они как бы... Всегда они идут на помощь. Никогда они с нами не враждовали, ничего. Ну, кто стал уезжать, то стал уезжать из-за того, что не было работы здесь. Расскажите, мы знаем, что татары еще и ремесленники. Скажите, в каких направлениях работали? Вот именно в госучреждениях, да, были строителями, были врачами? Ну, по-разному, да, по-разному. У нас было, да, у нас была вот Хабибулина Екатерина Шариповна. Она была врачом, кожаным врачом. Очень долго она у нас прожила. И только в 90 лет она умерла. Вот мы все, вся диаспора, и диаспора русская, и диаспора татарская, мы все ее хоронили. Вы знаете, так мы ее похоронили, как будто бы вот Бог нам сам приносит помощь. Они, ну, ни копейки не истратили, ничего. Вот идет отделение, какое-то отделение, допустим, детское отделение, помощь приносят. Мы, значит, собрали эту помощь и похоронили ее. Здесь большую роль сыграл, конечно, наш Раис Гузара. Раис Гузара, как можно назвать, сейчас же так называют, Раис Гузара. Вот, он заказал машину, он заказал, чтобы... Ну, татары, вы как сами знаете, они тоже мусульмане. Хоронили ее по-мусульмански. Ну, помощи очень много было. Детское отделение, кожаное отделение. Идут и идут. Просто я не запомнила сейчас. Терапевтическое отделение принесли, денег много. В общем, им даже, вот они даже и не потратились на это. То, что вот такая помощь от наших мусульман. Это, конечно, большое спасибо, очень. Они приходят на наши похороны, и на русские, и на таджикские. Только вот так вот смотришь, если... Все почти что мужчины, все мусульмане. Это им спасибо большое. Скажите, а вот в советский период или после него создавались ли смешанные семьи? Расскажите, были такие примеры, когда, может быть, семья, где супруга татарка, а муж... А вот у нас смешанная семья. Расскажите. Вот сидит. Представитель да, этой семьи. Да, представитель этой семьи. Доченька, она самая младшая, по-моему, да, в семье. У них два мальчика и одна девочка вот была. Мама у нее армянка была, а папа был таджик был. Вот смешанные, смешанная семья. А татарские семьи смешанные? Татарские семьи тоже. Очень много в кишлаках их. Ух ты. Да. Сейчас в основном, вот я ездию по кишлакам, и многих-многих я это нахожу. Мне помогают найти их. Очень много. А как они живут, расскажите? Живут отлично. Во-первых, с татаркой никогда не будешь бедной. Ух ты, даже так. Даже так, да. Правда, вот одну семью знаю, с Чорбога. Семья очень такая, ну, воспитанная. Она родила 8 детей ему. Да. Помогала я им делать гражданство. Они выехали. Ну, все не выехали. Мама и папа здесь остались. Но дети многие выехали. Так как работа здесь... С работой здесь сложновато стало, конечно.
То есть нет таких предрассудок, например, татарку не брать и так далее. К этому относится местное население очень положительно. Нету такого, да. Слава Богу. И сейчас до сих пор женятся ребята на татарок, на русских женятся, увозят татарки, русские увозят их в Россию с собой, а некоторые остаются, некоторые, если у кого есть работа, остаются здесь работать. То есть татарская невеста, она хозяюшка. Хозяйка она, да. Она бизнесмен, она хозяйка, она все-все. Мастера на все руки. На все руки, да. Печет хорошо. Даже татарские, в татарские, ну, в таджикских вот семьях, когда они выходят замуж за таджика, они даже лепешки пекут только так, в тандыре. Скажите, пожалуйста, о ваших праздниках. Вот как вы их отмечали в период советского времени и когда вы уже стали независимой, да, диаспорой? Mm-hmm. Как часто вы тут организовывали мероприятия, встречи в школах, в различных домах культуры? Домах культуры. Ну, мы в основном в школах организовываем эти праздники, но и в домах культуры тоже. Танцуют дети, поют очень много детей. Потом мы детей, многих детей, вот у нас алифбе такая. Алифбе. Алифба, да. Алифбе. Алифба. Вот мы учим детей татарскому языку. Мои внучки даже стихи знают. Вот. А можете прочесть? Вот такой хороший стих есть. Uh-huh. Тугантель. И тугантель, и матуртель. Эткем, 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 энкем нентеле. Дуньяда күп нәрсе белдем. Син тугантель. Арқылы. Энкем бишекте көйләген. Аннары Аннары тәннәр буе, төннәр буе. Әпкем хикәйәт сөйләгән. А вот на этой фотографии сабантуй. Да, вот так я могу показать. Да, сабантуй. Сабантуй. Скажите, что это за... Ой, это такой хороший праздник. Это когда... Да, посевная начинается, и мы начинаем праздники устраивать. Иногда мы ездим в горы собираемся. А вот здесь мы собирались, это мы были, наверное, в Худжанде в парке. Отлично потанцевали. То есть можно сказать, что вот именно сабантуй является одним из главных. Одним из главных, да, одним из главных наших праздников. Мы очень его любим, мы печем, мы покупаем барана. Наш вот этого барана каждый год, ежегодно почти что, увозили чурбохские ребята. Они хорошо кураж делают. А, вот оно что. Да, вот борются. А совместные какие праздники вы отмечаете? Навруз. На Навруз мы ходим. Вместе. Да. Вот здесь у нас на... Ой, я куда показываю? Мухтепа. Мухтепе, да. Это мой дом просто. А рядом Мухтепа, поэтому я так и показываю. На Мухтепе мы вот Навруз справляем тоже, ходим. Наша диаспора тоже ставит стол. Мы накрываем стол. В общем, угощаем. Люди проходят, мы всех людей угощаем. Печем. Печеные печем.
ну, покупаем напитки, детей поим напитками. Скажите, а поддерживаете ли вы связь с другими татарскими диаспорами из городов и районов нашей страны? Да, обязательно. Расскажите, с кем? Да, обязательно. В каждом районе есть? Или... в каждом районе. Вот в Худжанде есть, мы поддерживаем Диляра, там председатель. Мы с Дилярочкой, вот очень такие совместные. В Спитамени мы поддерживаем связь с татарами. Вот как раз-таки вот на этой фотографии со Спитамена. Ага. Вот он, Бабай. Бабай, да. И я, Аби. Мы танцуем. Мы так здорово танцевали на нашем празднике вообще. То есть вы друг к другу ездите на праздники, на какие-то собрания, обязательно, встречи, мероприятия? Да, да, да. На свадьбы? На свадьбы. Вот скоро свадьба у моего сына. Вот тогда всех буду приглашать. И вас тоже. Спасибо большое. И ребят тоже. Спасибо большое. А вот приглашу. Если речь зашла о свадьбе, то она тоже будет в таких традиционно татарских? Ну, в традиционных татарских как-то. У нас папа русский. Он не татарин, это я татарка. Мы, наверное, будем и на таджикском, и на русском, и на татарском. Три языка у нас будут. Мы даже подготовили ребят, чтобы они... Поздравляли. Да, не то, что поздравляли, пели песни на русском, на татарском и на таджикском. Потому что так уж вот выходит. Расскажите, пожалуйста, вот про свою семью. Вы сказали, что ваш супруг, он русский, вы татарка. Как да. Вот получилось вот связать узы? У вас получается пример смешанной семьи. Ну, вы знаете как, он не чисто русский, у него есть корни татарские какие-то. Отец русский, мама татарка. А я вот чистая татарка. А скажите, а вот по религии как вы сошлись? Он предложил замуж, я думаю, ну, есть татарские корни, значит, я должна выйти за него замуж. Угу. Мне мама всегда говорила, только выходи за своего татарина замуж. Мне тоже мама всегда так говорила. Да? Да, скажите, пожалуйста, а вот религиозные, какие праздники вы отмечаете со своей диаспорой? Какие самые близкие для вашей диаспоры? Если бывает Рамазанае. Рамазан Айында мы обязательно читаем Коран. Тоже накрываем столы. То есть Рамазан. Вот. А еще какие религиозные? Вот именно даты? Ну, а еще какие могут? Курбан-байрам. Курбан-байрам, да. Мы покупаем, вот именно моя семья, каждый год покупаем мы барана, режем. И вот кто у нас здесь вот поблизости... У нас здесь татар поблизости уже нет. Угу. Двоим-троим я вот так отправляю, нашей главной, вот от которой, я же говорила, 70-80 лет ей. Обязательно. А так вот бедным, всем бедным мы раздаем по килограмму мяса. То есть благотворительность, хайр. Да, да, хайр, да, да, обязательно. Это у нас ежегодно. А если ваша семья смешанная, а вы религиозные мероприятия, праздники вашего супруга отмечаете или тоже Пасха, Рождество? Нет, Пасху мы не отмечаем, угу. Так как он вот, папа у него русский, но папа он своего не знал. Ему было 3 годика, он умер. А мама, вот его мама воспитывала. Все же она ближе его к мусульманству воспитала. Вы затронули тему похороны, как поддерживает, да, сообщество вас. Скажите, а вот есть отдельное кладбище или же в одном кладбище захоронения идут? Нет, у нас захоронения идут вот русские на русских, ну, христиане на христианском. А мусульмане обязательно только на мусульманском. Мы вот на Калла-Моноро. Мы там вот захоронены. Нам выделили уголок вот так вот. И там все татары лежат на мусульманском. Ну, а мусульмане уже остальные
так, в разных местах. То есть те, которые уже уехали, а их предки тут, вы за ними ухаживаете, получается, да, во время праздников? Да, обязательно. Расскажите, это мы, акции какие-то вы чистите? Мы идем, да, мы собираем деньги, мы чистим, убираем эти все. Даже наш сам Элик Боши говорит, приходите, убирайте, помогайте нам. Убираем, чистим все. У нас вот многие-многие мусульмане, у них есть и русские жены. Там и русские жены похоронены. Вот у меня Кудо, как понять, сватовья, да. Он таджик, а жена у него русская была. И он ее решил похоронить только на таджикском кладбище. А почему? Потому что я с ней столько прожил. Почему? Он пошел к нашему Думуло, и Думуло сказал, если у вас есть никох, вы обязаны похоронить свою жену только на мусульманских. И так мы сделали, а то нам не разрешали хоронить ее на мусульманских. Но мы похоронили ее. Для меня и русский, как татарин, и татар как-то русский. Вот честное слово, я вот люблю этот народ. Люблю и русских люблю, и татар люблю. У нас очень часто вот стали умирать старики. Я просто девчонкам стала говорить, девчонки, давайте собирать денежку. И будем хоронить, потому что очень много бедных. Вот мы стали эти гробы, допустим, завозить с этого, с Чкаловска. Там готовые гробы для русских. Если русский умрет, помогаем русским. Умрет татарин, помогаем татарину. Мы собираем деньги. Скажите, вот вы сказали, что сообщество вам помогает. А вы какую лепту вносите в жизнь города Истаравшан? Вы активно принимаете участие во всех мероприятиях, куда вас приглашают? Конечно. Я же вот сказала, мы ходим, какие бы ни были праздники, мы ходим. Бывает женский, международный женский день, нас приглашают обязательно. Поздравляют, подарки дарят нам, конечно. На Навруз ходим. Да, на Навруз. На Наврузе очень весело. И танцуем по-таджитски. И все. Ну, мы же здесь выросли. Вот если бы вы видели моего сына, так он чистый таджик. Он и женится у меня на таджичке. Ой, как здорово. Представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе. Мы рады, что сегодня вы тоже решили принять участие в нашей программе. Ну, что я могу сказать о себе? Как я родилась здесь. Меня зовут Карина Михайловна. Сейчас по мужу я Шамарина. Ну, у меня муж русский. Ну, приехали они все по разным причинам. У меня приехала сюда бабушка с дедушкой. Они сперва жили в Коканде, потом он был строителем, дед, и как бы потихонечку вот так вот перебрались со стройкой сюда. Ну и армян тут проживало, конечно, я бы не сказала, что очень много, но семей, может, 10 было. Жили все как бы хорошо, дружно, но работали, как всегда, в сфере, кто директорами. На хороших должностях. Да, на хороших должностях. Ну, жили все дружно, никогда там не, как бы, что русские, что татары, что армяне, да, что таджики. Тогда в Советском Союзе не было такого, что отличали. Ну, это уже потом, когда все распалось. А так, ну, сейчас уже тут практически ни одной семьи не осталось. Все уехали, да. Одна семья поэтому есть?
Армяне? Жанна Михайловна. Они еще живут? Они здесь. Да, вот так вот. Я даже и не знала, оказывается. Угу. Я думала, что уже все уехали. Ну, у нее тоже муж русский. У нее муж русский, да. Она тут в школе преподавала, да, правильно. Ага. Так-то все у нее тоже уехали, она одна. Я уехала в 20 или в 22 года отсюда. Уехала на Урал, в Екатеринбург. Вышла там замуж. Прожила вот сколько лет уже там живу. Вот приехала навестить, посмотреть, давно не была, изменился. Так как изменился, город изменился, да? Конечно, стройка такая, да, но такое город. Ощущение для меня, что было раньше, было лучше. Не знаю почему, видимо, ностальгия. Расскажите о ваше время, когда вы еще здесь, может быть, учились, да, проживали. Создавались ли смешанные семьи? Я знаю, что по традициям в основном в армянские семьи стараются брать... Ну, это да. В любой традиции старались, но любовь, видимо, брала свое, поэтому как бы у меня папа таджик. Ух ты! Поэтому, расскажите про их историю. Ну, я даже не знаю про их историю, особо много ничего не знаю. Встретились, сошлись, вышли замуж. Тогда же даже можно было как бы и так жить. Ну, в общем, регистрировались, вот нас трое родилось. Потом, конечно, всякое в жизни бывает, родители разошлись. И у меня сейчас получается еще три братишки сводных да. По папе есть. Вот я к ним и приехала. Вы общаетесь, то есть вы продолжаете? Ну да, естественно. Здорово. А скажите, вот какие традиции были вот самыми такими вот важными в тот период, как вы собирались армянские семьи, что вы отмечали? Ну, это как обычно, все русские праздники, все армянские. Ну, армянские с русскими праздниками совпадают, поэтому как бы, ну, та же Пасха совпадает. Там бывает, что на неделю разница, но отмечали в основном в один день все. Вот. Ну, а остальные какие? Все остальные праздники, и Навруз, и Новый год, и таджикские праздники, и русские праздники. У нас было тогда очень много праздников. Скажите, поэтому... а по религии вы больше по конфессии относитесь, вот армянские семьи относятся к католикам, к римским католикам или же... К христианам. Ну, вера как бы подразделяется даже христианская, у нас как бы григорианская вера. Расскажите немножко об этом. Ой, я особо много не знаю, никогда не вдавалась в эти подробности. Знаю, что мы относимся к григорианской вере, что приняли первые христианство. Ну, вот веру эту. Сейчас уже 500 лет как прошло. Ну, что еще я могу по религии сказать? Также и крестимся. Там только если мужчины как-то разделяются по сутане или что там. А так... Все, в принципе, одинаково с христианами, не католиками. У католиков совершенно разное. Да. Скажите, а вот когда у вас получается смешанная семья, и вы отмечали, то есть наравне и эти праздники, и эти? Ну, естественно, да. Конечно. А как без этого? То есть папа не настаивал, чтобы вот... Нет. Ну, как-то... Не знаю, понимал, наверное. Ну, мне было лет 12, когда они решили расстаться. Поэтому, ну, я помню, что мы отмечали все праздники. У нас бабушка-то была истинная такая армянка, что как бы, да. Ну, поэтому... вы, наверное, с сожалением, да, говорите о том, что, может быть, никого не осталось, и только ваши предки захоронены, получается. Да, единственное, что обидно, конечно, что вот... Все разъехались, ухаживать особенно некому за кладбищами. Правда, бывают, что приходят и школьники, видимо, убирают этот национал. Вот а? Хашары, да? Да. Я заказываю этих. Мардикоров. Мардикоров. Да, и они... Плачу со своего кармана.
И они все убирают. Единственное, что разрушены, конечно, очень много памятников. Конечно, очень обидно. Но что делать? Да. Ну что делать? Но все равно вот эта ностальгия, она тянет, да, все-таки. Ну, естественно, конечно, все равно и молодость вся прошла. Так-то вот приехала, вспоминаешь, где что, как было, где что стояло, где какое было здание. Естественно, по какой улице ходили в школу, через какой мост переходили. Все это естественно. Большое спасибо за добрые воспоминания, за столь такой вот интересную беседу о армянских семьях. Спасибо. Сеннер миссис татарлар. Без эли и старовшанда. Киткене без юг. Без эли яшимис. Ишлеры без бар. Якши. Без якши. Торабыс. Құдайыға шүкір.